Раскрыть способности каждого ребенка, воспитать творчески мыслящую личность – таков жизненный принцип Елены Виноградовой, руководителя детского продюсерского центра Star Kids Виноград. В период самоизоляции Елена организовала творческий онлайн-проект. В нем могли принять участие все желающие. Ребята готовили со своими педагогами музыкально-танцевальный номер на песню популярной певицы, блогера Кати Адушкиной, с которым в дальнейшем планировали выступать на праздничных концертах. А затем Елене Виноградовой пришла идея снять клип. Идея пришла совершенно случайно. Изначально мы планировали только снять на телефон, то есть самим, самостоятельно, так как обучались дистанционно, онлайн, но затем наша идея разрослась. В проекте приняли участие 20 детей в возрасте от 6 до 15 лет. География участников – весь Приморский край. Среди них 8-летняя Настя Орешкина из Артема. Настя занимается в детской школе искусств на отделении музыкального театра. Мама Насти, Яна Орешкина, рассказала, что помог его величество случай. Я увидела в интернете, что ведется набор на онлайн-обучение. Начался карантин, все закрылось, лагеря отменили, то есть ребенка надо было чем-то занимать. Мы решили, то есть, принять участие в этом проекте. Мы получили огромный опыт. С нами занимались высококлассные преподаватели. Ребенок смог раскрыть свои возможности, показать свои достоинства. То есть, получили огромный опыт как и актерского мастерства, так и вокала. Дочь в восторге. Подготовка к клипу длилась месяц. Елена Виноградова обратилась за помощью к приморскому режиссеру-постановщику Константину Селезневу. С этого момента и началась большая работа. Благодаря возможности дистанционного обучения, вокальной постановкой голоса занималась педагог и художественный руководитель театра «Песни мечта» Светлана Харитонова из Алтайского края. За несколько занятий она помогла ребятам выучить песню и подготовиться к записи. Педагоги по современной хореографии и актерскому мастерству ставили движения и работали над сценическим образом. Сценарием клипа и постановкой сцен занималась хореограф-постановщик, руководитель шоу-балета «Гранд Даймонд» Жанна Куделина. Хореограф юными артистами очень довольна. Они умнички, они, во-первых, занимались дистанционно, то есть все проходило онлайн, все занятия, репетиции. Единственное, мы взяли два занятия в школе танцев, арендовали зал, и по 2,5 часа у нас были репетиции, то есть... В принципе, не так было много времени на подготовку, но я считаю, что они молодцы, они справились, и у них глаза горели, счастье на лице, и молодцы, умнички. Проект объединил ребят, которые не представляют свою жизнь без творчества. Съемки длились более 6 часов. В этот день стояла солнечная погода, и на площадке царила радостная атмосфера. Все участники клипа раскрыли свои творческие возможности и справились с поставленными задачами. За это время юные артисты поняли, что желая и трудясь, можно добиться любой цели. Прежде всего, он дает возможности, да, потому что не всегда в небольших таких уголках Приморья есть возможность, например, им приехать, да, издалека, или постоянно, например, там, приехать на месяц, участвовать. Действительно, вот я видела эту энергию, я видела любовь в глазах и благодарность от родителей, что вот у детей есть такая уникальная возможность. Это было очень интересно, очень активно. Мы очень старались, и такой клип получился. Очень приятно было смотреть на результат, как мы старались целый день. Я стала очень хорошо лучше петь, у меня стал выше голос. Продвижение мне дало. То есть я никогда не снималась в никаких клипах. И когда я снялась в клипе, я уже не стала бояться сцены, камеру. Я всегда боялась, что меня снимают. Дистанционное обучение для этих ребят не прошло впустую. Оно дало возможность самореализации, объединило взрослых и детей.
Клип получился ярким, летним и очень зажигательным под одноименным названием «Зажигай». Судите сами. Все, что мне надо, чтобы все узнали.